Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостелерадиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению, и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Людмила Васильевна Ростощенова. На телевидении она с 1988 года. Работала корреспондентом, редактором, заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Сегодня у нас в гостях. Людмила Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Аня, здравствуй. И, наверное, дорогие мои зрители, потому что я эту работу так любила. И вот этот момент выходить в эфир, по-моему, самый священный был. Здравствуйте, зрители мои. Людмила Васильевна, в одном из ваших интервью вы сказали, что на телевидение пришли и попали случайно. Это была счастливая случайность? Конечно. Вообще, первый раз на телевидении я выступила где-то, наверное, в июле или августе 1988 года. По коммерческой. Тогда не было же такого термина «коммерческое телевидение», «коммерческие передачи». Был просто материал, в котором я представляла свое новое предприятие. И тогда все это дело было в записи. Мы раз записали, что-то не пошло, когда просмотрели. Второй раз и третий раз. И каждые три раза я говорила одно и то же по-разному. И тогда Тамара Исаевна Бронер сказала, по-моему, она должна была работать на телевидении. А передачу вела Баулина Татьяна Ивановна и Галина Ивановна Мзаракова, режиссер. И вот они с их благословения как-то... Схожа была на телевидении. Потом были какие-то неприятности. Встречаю Татьяну Баулину на улице. Без работы. А у нас есть место на телевидении. И вот совершенно случайно пришла. И объединение доверили практически сразу? Работать конечно, героями? Нет. Конечно, как нет. Это происходило? Конечно. Вы знаете, когда я пришла на телевидение, вот мое первое ощущение. Все женщины красавицы, королевы. Монтажницы в этих белых халатах вообще вызывали во мне такой трепет и страх, потому что чего-то там вот эти рулоны мотали. И так это все было сложно с кнопками. Я не технарь. Операторы все очень такие важные и строгие. Режиссеры вообще я недопонимала, чем они могут заниматься и почему они всем командуют. Страшно боялась начальства, страшно всего боялась. И что самое вот удивительное, это потом я нашла этому объяснение, что голос это относится к эндокринной системе. И, наверное, было что-то такое либо в моем организме, либо в моем характере. Но во всяком случае, первый мой материал я хорошо помню. Его снял Александр Иванович Колесников. Это был «Парк Орленок» и «Осенние листья». И у меня был великолепный текст. Я вообще до сих пор не понимаю, как они где рождались. Но я текст не смогла начитать. Мой голос настолько был неприятен для эфира. И долгие годы Костя Мачин, самый лучший звукорежиссер на белом свете, так долго со мной маялся. Ему, наверное, и сейчас этот голос не очень хорош. Но, во всяком случае, свой текст я не могла начитать. Его начитывала Альфия Петровна Фисенко, главный редактор. А на следующей планерке Юрий Мефодьевич Пустовойт, мэтр и самый такой критически настроенный всегда человек, он сказал, до Ростощенова, наверное, находка для телевидения. Но чтобы работать с моими героями, я не знаю, прошло, наверное, очень много времени. Ваши герои – это вообще отдельная какая-то, мне кажется, страница и телевидения, Хакасии прежде всего. Действительно, герои становились как членами семьи. Вот вы отслеживаете их судьбу сегодня, спустя много лет? О ком-то из них особо? Вы знаете, практически, я практически, наверное, всех своих героев помню. Отслеживать просто невозможно в силу их занятости, своей занятости и нашего вот этого сумасшедшего темпа жизни. Но есть какие-то герои, вообще знаковые, которые по жизни уже 20 лет сопровождают... Ну, я не знаю, они действительно не просто как члены семьи, а как самые верные... сердечные друзья. Я помню этих деревенских бабушек, которые мы встречали, которых встречали с такими интересными судьбами. Но мы разговаривали на равных. Вот разговаривали так, как будто... И я вообще удивляюсь, почему они доверяли столько.
И именно благодаря вот этому доверию их, я их принимала как родных, и вот до сих пор общаемся. А как вы находили героев? Ведь мы знаем, что есть, меня особенно впечатлила история японца, который прожил на заброшенной... У меня сейчас мороз по коже, потому что это как совершенно потрясающе. Как вы его находили в то время, когда не было ни интернета, ни сотовых телефонов? Я вообще считаю, что творчество – это все-таки что-то свыше. Это, мне кажется, отслеживается и контролируется. Ну, действительно, нельзя всё упоминать, но все-таки это от Бога. И когда вот уже получается, то, наверное, он и направляет. И потому я боюсь потерять время, но, кстати, вот об этой профессии я одного священника спрашиваю. Говорят, вот журналист, артист – это греховная профессия. И молодой священник мне сказал, да, пожалуй. Я говорю, что мне уходить теперь с телевидения? Ну, это ваша проблема, как вы решите. И через несколько лет я встречаю священника пожилого, который, кстати, наизусть цитировал Конфуция и блестяще знал китайский язык, бывают такие. И я, когда у него спросила об этом же, он сказал, Бог дает человеку дар. Грех, если он не воспользуется этим даром. А уже как вы воспользуете, это уже ваш будет грех. Это уже вы смотрите. И поэтому, когда вот меня отслеживал, вот кто-то там свыше, герои, ну, я не знаю, сами шли в руки, что называется. Герои уникальные. Герои уникальные, и очень много зрителей потом... давали какие-то наводки, потому что вот я помню ширинскую супружескую пару, которая мне позвонила, и об этом японцы рассказали, и мы поехали, и уже столько лет прошло, он у меня вот самый дорогой, я даже не знаю, он жив или нет, потому что я проезжаю, когда мимо этого полустанка, там за Фыркалами, я каждый раз вспоминаю, ну, вы говорите на... хакасском. Выучили хакасский. Чу! Я и русский-то не знаю, и японский забыл. Но он не уехал из тех Фыркал, ну, из того полустанка, потому что там похоронена его жена. И отец Сергий, у меня был такой цикл, разговор о, где участвовал каждый раз одни и те же философ и священник, а третий собеседник был, в зависимости от темы, выбран. И тогда отец Сергий сказал, вот это настоящая свобода. Ну и потом вот этих бабу Нину, там бабу Шуру, за которые в Москве тогда наша студия получила награду. Зрители подсказывали. И я благодарна им вот до сих пор, потому что... эти герои учили. Расскажите о тех людях, благодаря кому вам удавалось воплощать в жизнь даже самые смелые идеи. Всегда ли они поддерживались? И, может быть, самый сложный какой-то или сумасшедший вообще, на ваш взгляд, вот поступок, кадр? Сумасшедших и поступков, кадров, конечно, много было. Но я хочу сказать, что вот с самых первых дней, когда я поняла, что телевидение – это не один ведущий в кадре, а целая команда, причем единомышленников, настоящих единомышленников, то тогда я поняла, что можно что-то делать. Я ведь прошла всех режиссеров. Я пришла, ну, далеко не молодой на телевидение, и потому со своими какими-то жизненными там установками, а профессионал-то я никчемной была, и каждый режиссер в меня вкладывал. Но первый, наверное, все-таки Тамара Дмитриевна Замащикова, потому что я эту женщину вот до сих пор помню, как какую-то вот, ну, не знаю, хлопотунью маму. Это вот эта бригада Юрия Мефодьевича Пустовойт, Нелли Николаевна Иванова и... Тамара Дмитриевна Замащикова, они были вот первыми моими вот такими, которые взяли как утенка и учили и к прямым эфирам. Мы вели, например, телемост с Красноярском. Это было, по-моему, в 89-м году мы делали прямой телемост с Красноярском, и я к этому телемосту готовила уже материал. Понятно, что под крылом вот этих метров. Я работала с Людмилой Швецовой, с Галиной Амзараковой. И каждая из этих уникальных творческих личностей учила меня таким секретом. Я помню Швецова, она всегда держала мысль в кадре. Например, у нас был цикл «Домострой». Я помню, на тряпочке, мы на фоне тряпочки, она зажигала Богородскую траву. И вот этот дым...
выходил на вот эту тканную поверхность, а здесь она уже титром там выводила домострой. Но это была магия вот в этом кадре, и это может придумать только настоящий режиссер. А, например, был такой цикл «Фил» о хобби, о любителях, там, собирателях каких-то. Помню, о часах был разговор, герой был часовщик. Она меня заставила войти в кадр, снять пиджак, чтобы оголить руку с этими часами. В общем, это нужно было вот так играть. Но я никогда не забуду Валентина Николаевича Шошина, который без... У нас только-только появились видеокамеры. И что-то у нас слетело с эфира, и получалось, что передача может в эфир не выйти. И мы поехали с ним в Минусинск без остановки. Мы сняли полностью передачу от начала до конца. И вынуждены были только хвостик минуты на две укоротить. Вот как работали операторы. То есть, когда есть идея, все поддерживали. Местное творчество с оператором – это вообще отдельная песня. Мы знаем, что, поправьте меня, если не так, но ваш тандем с Владимиром Евгеньевичем Якутовичем – это действительно полет, как вы сами отзывались, да, что это была полная свобода, единение наверняка и взглядов, и видение того, что вы хотите воплотить, что вы хотите показать зрителю. Вот к Якутовичу я не сразу пришла. Он работал с Таней Баулиной на Москву, и вообще был вот такой какой-то. И поэтому вот операторы, те, которые пестовали, и каждого я вот поименно, и низкий поклон всем, как они действительно трогательно вот работали со мною. Я отдельно хочу сказать о Федоре Федоровиче сначала Гаранине, потому что вкус передачи, не просто сюжета, на которых работала с разными операторами и благодарна им за это, а вкус передачи я почувствовала с Гараниным. Он немногословен, он не суетлив. И очень трудно было вот с ним как-то договариваться где-то в начале, потому что я не умела этого делать. Я тоже какая-то закрытая была. Но я помню наш какой-то материал, мы ездили в Мохово, и он снял этих свиней там или какие-то стайки разрушенные таким образом, что я переделывала текст, потому что он совершенно новый взгляд мне подарил. И, в общем, как-то постепенно-постепенно. Первую съемку я помню, и последнюю помню, потому что вот Володя добился главного понимания. Главное – это доверие. Понимаете, вот когда зарождается передача, на самом первом этапе еще сам боишься озвучить, что бы ты хотел. Это как, знаете, как ребенок как будто уже где-то там вот, где-то уже появился, но еще об этом нельзя вслух сказать, что это ребенок. И вот если на первом этапе будет такое доверие вот этого еще нерожденного ребенка озвучить ему, он сделает все, чтобы он потом родился настоящим, счастливым и полноценным. Кстати, вот 3 октября 64-го Якутович пришел на студию. Ровно 50 лет назад пришел на студию. Из школы и отработал на этой студии. Больше нигде не работая, только вот на этой студии. Именно с Владимиром Евгеньевичем вы работали над циклом «Время подумать», посвященный первооткрывателям, первопроходцам трассы Абакан-Тайшет. Давайте сейчас вернемся к этому циклу. Потрясающие. До сих пор. До сих пор. Вот съемки. Это Костя Стафата. Я боюсь, что ничего про это не смогу сказать, потому что это такие дорогие кадры. И я думаю, что вот если говорить о передачах, ну все дорогие. А это вот этот дед, он сказал вообще какие-то там коронные слова философские. Может быть, вот это
Само это название «Время подумать». Мой возраст – окраина лета. Мы были не молоды. И поэтому на все то, что снимали, смотрели уже с высоты ну, какой-то вот своего жизненного опыта и своих прорех каких-то, счастья ли или несчастья ли. И вот эта история про Кашурникова, она потрясла нас. У нас просто... Я могу целый час говорить о том, как снималась эта передача. Из первых встреч вот эти кашурниковцы, они стали действительно нам родными. Это совершенно уникальное поколение, которое добровольцами приезжало строить комсомольскую стройку. А Кашурников для них был, вот понимаете, каким-то таким героем, на которого они готовы были молиться. И вот это нас так потрясло, что мы продолжили, тем более, что это был юбилейный год Абакан Тайшета, и мы сделали 3 или 4 передачи. Но потом вот в последующее, когда мы говорили со строителями этой дороги, то всплывали, там каждая биография, каждая жизнь тянула на целую передачу. Я помню, когда мы там на люльке с мотоциклом ездили к дедам каким-то шикарным, на личной машине Володиного друга ездили снимать именно то время, когда наступает ледостав на реке, в то время, в которое погиб Кашурников. И настолько мы прочувствовали, и когда я читала письмо в собственной квартире, а кадр этот нужно было снять Володе, и я когда читала письмо, и мы потом показывали эту передачу в Кашурниково на юбилее, то говорили, это жена Кашурникова. Вот то есть, действительно, то есть вот настолько, в тему. Это уже настолько мы погрузились в тему, что кто-то из молодых, просто не досчитав этого возраста, вдруг решил, что я жена Кашурникова. Вот настолько мы глубоко в это погрузились. Ну, надо сказать, что вы практически во все, ну, да и во все передачи вкладывали очень много эмоциональных сил. И я к чему веду? Еще один ваш цикл посвящен дельтапланеристам. Казалось бы, тема «Спортивное увлечение», но вашу передачу, одну из передач, вы начали с цитаты из Библии. «И повел дьявола Иисуса в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, сбросься отсюда вниз. Ангелы сохранят тебя и на руках понесут тебя». И Иисус ответил же ему, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушения, вынужден был дьявол отойти от него до времени. Вот эта философия, это погружение, это такая потребность открыть душу. Не было страшно, ведь настолько это... Вы знаете, вот та же Тамара Дмитриевна Замащикова мне сказала, что телевидение – это пища для ума и для сердца. Мне кажется, вот современное телевидение, мы насыщаем информацией, и это может быть для ума, и не всегда это на ум ложится. А для сердца мало сейчас на экране. И вот для того, чтобы до сердца дошло, нужно было находить каждый раз, вот все-таки копать глубже. Копать глубже и по дельтапланам, и по археологам. И у меня, помню, одна была передача, из Москвы был такой звонок, приготовить материал к передаче «Жди меня». Интересная судьба. Из Идринского района женщина потеряла сына. Я назвала ее Капитолина и Шопенгауэр. И всю передачу я делала на вот этих житейских афоризмах Шопенгауэра, потому что тот немецкий философ еще там в позапрошлом веке, он нам все предсказал, как жить. И поэтому с Библией очень часто было связи каких-то вот религиозных таких мотивов. А дельтапланы, потому что эти люди совершенно особенные, рисковать добровольно своей жизнью, но когда общаешься с этими людьми, и когда смотришь, как Володя это все снимает, самой хочется взлететь, и мы полететь. Мы знаем, что у вас это получилось. Это так? Это не вошло, не вышло в эфир, так скажем? Ну нет, конечно, не все можно показывать в эфире. Но... И вы помните свои ощущения? Да, конечно. Конечно, какое-то вот такое впечатление у меня, что вот этот полет, он был...
Вот для меня крылья распускались уже в то время, когда я входила вот в наш вот этот стеклянный коридор на втором этаже. Я только приходила на работу, иду с одной стороны, светит солнышко восходное, когда вы уходишь, закатное. И я уже, кажется, вот парила. А на съемках-то уж, конечно. Но почему эта передача дорога, а вот так дорога нам до сих пор? Потому что до сих пор мы не можем найти ту музыку, которую нашел Костя Мачин для вот этой передачи, для озвучки. Совершенно потрясающая мелодия, но просто потрясающая, когда действительно хочется взлететь. И на финал мы поставили ее. Так вот, Якутович до сих пор не может мне простить уже 20 лет, что мы не поставили дельтаплан Валерия Леонтьева. И каждый раз, когда он слышит эту песню, он вспоминает то, как мы погубили эту передачу. Но это уже так, это творческие споры. Оглядываясь сегодня назад, изменилось ли отношение к телевидению, когда вы пришли, и сегодня, когда вы уже отошли от дел, так скажем, от журналистики как у таковой? Кого? У зрителей или у меня? У вас ваше личное отношение? Ну, знаете, наверное, изменилось. Почему? Потому что, вот, например, вот эта передача «Путь к себе», 13 лет она в эфире была, то есть долгожитель для регионального телевидения, это, конечно, ну, такое явление. Ее до сих пор помнят зрители. Ее до сих пор помнят, и меня так называют, «Путь к себе» пошел. Но я хочу сказать, что, вот понимаете, мы делали прямые эфиры, причем в то время было возможно у Москвы заказывать время, и они могли быть до 2 часов продолжительностью. И мы одновременно вот из этого павильона, из старого павильона, из фойе, которое сейчас у нас очень красивое, тогда это было фойе, и даже у фонтана на площади, вот перед домом радио, 4 площадки задействовать в прямом эфире. Все камеры, которые есть в студии, у нас работали. Я однажды просчитала, у нас было примерно 60 участников на одной передаче. Пока идет видеосюжет, значит, я перебегаю на другую площадку. Зачем это надо было, понятия не имею. Но нам было всем так интересно. И понимаете, все технари работали. И всем это было интересно. Конечно, то телевидение было другим. Сейчас это абсолютно. Региональное, к великому сожалению, потеряло вот свою вот эту нишу, отличие именно вот, например, вот хакасское. Потому что, ну, «Вести», они и в «Кызыле Вести», и в «Хабаровске Вести». Вот. А то столичное, оно спустилось вот до ток-шоу, и каких-то вот таких авторских передач я не нахожу. Не потому, что я вот это, а просто их зрителю не хватает. И зрителю, мне кажется, не хватает вот этих именно психологических портретов обыкновенных людей, которые делают нашу Россию, которые делают нашу страну. Чтобы закончить нашу встречу на позитивной ноте, в нашем архиве сохранилось уникальное видео. Ваше мнение о телевидении спустя чуть больше полугода, когда вы пришли работать. 89-й год. Давайте посмотрим. Еще не разобралась, но кажется откровенной. Конечно, сегодня вы не согласны, да, что это ад кромешный? Я бы сейчас сказала, ад кромешный, но очень, очень счастливый. И рай. В моей бригаде Сони Тартачаковой, с которой прошли огонь, воду и медные трубы, и славу, и падение, и безденежье, и всякие испытания. Вот, Володе моему, прежде всего, вот, ну, нашей бригаде, не знаю, счастье, чтобы вот эти счастливые страницы, они где-то потом перелистывали с кем-то, потому что если их не помнить, то уже тогда много теряется. Я, говоря вот снова о своих героях, археологи сказали, самое главное, любая цивилизация, ну и в том числе любое предприятие, в том числе любое телевидение, будет жить, если будут храниться традиции.
Поэтому я желаю, чтобы наша студия сохранила все самые свои лучшие традиции. Людмила Васильевна, спасибо огромное, что нашли время прийти к нам в студию, поделиться своими воспоминаниями. Сегодня с Людмилой Васильевной Растащеновой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакасии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения Хакасии. И таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале «Россия-1». Увидимся.